Бюджет Татарстана может сэкономить до 70 миллионов рублей за счет отказа от индексации зарплат госслужащих. Эту меру сегодня обсудили на заседании Комитета Госсовета по бюджету, налогам и финансам. За полгода татарстанская казна уже не досчиталась 30 миллиардов рублей по сравнению с прошлым годом. При этом федеральный бюджет пока покрыл только 13 миллиардов. Несмотря на это, депутаты сегодня подготовили законопроекты по сохранению ставок налогов по упрощенке и продлению льготных налогов на имущество организаций для технопарков. Исходить из реалий, которые складываются у нас с доходами, поступающими в бюджет республики. Доходы, к сожалению, мы недополучаем. Я говорил, что 5 месяцев нам дали где-то 37 миллиардов, значит, в целом консолидированного бюджета, да?